Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Видео сегодня коротенькое, но очень важное. Это логарифмический график цены биткоина за последние 8 лет. Свечи недельные. Возможно, кто-то из вас помнит, что мы уже анализировали похожий график, но сегодня я хочу взглянуть на это все иначе, добавив математику. Желтые вертикальные линии – это даты, когда происходили или произойдут халвинги. Соответственно, первый халвинг в 2012, второй в 2016, а третий будет в 2020 году, а именно в мае 2020. Итак, в каждом бычьем периоде биткоина нам нужно точно понять, на каком этапе тайминга находится этот период, если наложить его на циклы халвинга. Мы должны посмотреть и понять, как именно отрабатывали нижние и верхние экстремумы предыдущих халвингов. Это очень важно. Давайте начнем с нижних экстремумов предыдущих двух халвингов, то есть оценим тайминги дна первого и второго халвинга. На графике эти тайминги обозначены красными боксами, означающими, сколько именно времени, дней и баров прошло перед халвингом. Соответственно, первое дно было найдено биткоином за 50 баров перед халвингом, второе дно было за 72 бара до халвинга. Элементарно находим среднее значение и получаем 61 бар. Этот цикл из 61 бара начинается на дне после этого падения. Итак, тайминги до и после халвингов являются ключевыми моментами. Можете остановить видео на паузу и изучить эти графики самостоятельно. Но вторая важная вещь, на которую нужно обратить внимание, это RSI. Это тоже очень хороший индикатор, который дает нам понимание того, где мы находимся. Итак, когда биткоин находился в бычьем рынке, RSI, конечно же, был приподнят. Когда биткоин находился в медвежьем рынке, RSI был прижатым к полу. Поэтому вот этот прямоугольник вправе называться разделительной линией между бычьим и медвежьим рынками. Теперь взгляните, на протяжении бычьего рынка RSI биткоина всегда находил дно на грани этой разделительной линии на недельном графике. Этот уровень удерживался до тех пор, пока бычий цикл не выдохся. Также было и на этом бычьем рынке. Теперь прошу обратить ваше внимание на то, что конец бычьих рынков сопровождался достижением RSI отметок в 90 пунктов, а дальше RSI падал до 30. И там одинаковые качели. Падение RSI до 30 будет окончанием цикла, после чего начинается рост. Как только RSI достигал отметки в 70 пунктов, график биткоина окончательно проходил свое дно, и больше никогда цена к нему не возвращалась. Так же было в первом периоде и втором. Также было и вот здесь, в недавнем падении. Что же происходит теперь с приближением халвинга? То же самое, что и здесь. Также в преддверии халвинга RSI сделал это движение вверх, а потом достиг вот этого дна, оттолкнулся и снова ушел наверх. Таким образом, совершилось несколько повторений этих колебаний в этой зоне. Это наблюдение может указать нам, что будет происходить сегодня. RSI пошел вверх, потом вниз, идентично предыдущему периоду. Например, вот здесь, когда биткоин рос до 13 тысяч долларов, многие думали, что рост будет продолжаться, но по факту вы могли бы проверить достоверность таких заявлений. Нужно всего лишь было сделать масштаб побольше, понаблюдать за RSI, сравнить и понять реалистично, что будет происходить на среднее и долгосроки. На данный момент биткоин может опуститься еще ниже, ведь RSI находится на отметке 55,5, а его глобальное дно 53,8. То есть биткоин за 8000 долларов в ближайшем будущем вполне вероятная цифра. И еще раз, циклы халвингов очень важны, потому что эти дефляционные отрезки очень сильно на них влияют. Ведь количество добываемых биткоинов за сутки будет сокращено вдвое. В мире не существует такого, скажем так, товара, как биткоин. Именно поэтому, как я думаю, математика и индикаторы работают так хорошо. Но на более масштабных картинках. Не на протяжении часа или даже дня, а на протяжении всей картины биткоина. Это тоже очень важно. Сегодня я действительно взволнован, потому что по RSI практически идеальная просадка для покупки. Скоро новый халвинг и нас ждет много-много волатильности, особенно после него. Движения будут просто фантастическими, от которых в удивлении отвалится челюсть. Удивительное время нас ждет, и я продолжаю всеми силами накапливать биткоин маленькими кусочками. Он все еще не слишком дорогой, чтобы покупать его хотя бы частями или фракциями. Ведь мы все еще находимся в этой зоне покупки. На этом у меня все, надеюсь, я помог кому-нибудь этим видео хотя бы чем-нибудь, если это так, поставьте лайк. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого.